So, you're finally there. Look around. Hopefully you'll find some more documents for me and Barman. Всех приветствую, с вами Александр. Продолжаю играть модификацию Lost Alpha. Я в лаборатории X18, я установил первый патч. Но мне пришлось переиграть на этой локации в Темной долине, потому что у меня вылетали сохранения. Я нашел автомат с увеличенной оптикой. Ну, мне пришлось заново зачистить лагерь монолитовцев. И также поднял такой замечательный артефакт. Пулестойкость. И вот еще один на пулестойкость. Также кучу патронов. И не менее замечательный артефакт на минус 15 радиации. Давайте спускаться в лабораторию. У нас есть задание найти информацию со старого компьютера и принести Велесу. Это лидер группировки Греха. Также нужно отыскать документ для Петренко. Посмотрим, что здесь. Посмотрим, что нас здесь ждет. Да, не очень дружелюбно. Так, это кто? Призрак прошлого, который превратился в зомби. Компьютер. Ну, пароль. Ладно, мы к нему еще вернемся. Будем осматриваться, что здесь и как. Дверей очень много, смотрите. Много спусков. Крысы. Нет, в этой подсобке ничего нет. Хорошо, будем продвигаться дальше. Еще двери. Все это предстоит проверить в поисках документов и информации со старого компьютера. Напомню, нам Грех, когда забрал нашу одежду, наше обмундирование, дал нам флешку. Скорее всего, он нам поможет. Так, это что? В этих лабораториях может твориться все что угодно. Греховец говорил, что здесь проводились эксперименты над политзаключенными. Так что я думаю, здесь не стоит ничему удивляться. Вообще, подземные лаборатории были всегда жуткими. Сталкере. Сколько раз не спускаешься, всегда такой легкие мурашки. Так, какая-то дыра вниз. Лучше не вставай. Так, первые документы подняли. Все на английском. Здесь говорится о каких-то крысах. Иван С. Хорошо. Найти документы для Петренко. Я думаю, здесь не одна папка, не, ну, не один файл с документами. Будем искать. Бесполезные артефакты, не бесполезные, а малоэффективные. И их здесь, я думаю, будет много. Stay quiet and calm, or it will be painful. Test subject 16, experiment 5-8. Проводит какие-то эксперименты. Running now. I said you need to stay calm. Don't move. Не двигайся, он говорит. Ah, what the hell? It's always painful. Вот черт. Piece of junk. Okay, I need to check this relay schematic. Don't move.
Ох уж эти ученые. Понятно. Греховец превратился в кровососа. Ну, если, конечно, это вообще был греховец. Надеюсь, ты не сам туда залез. Недобровольно. Так, какая-то барокамера. Нет, она не активна. Продолжаем наши поиски. Благо ходов здесь куча. И ничего не хочется пропустить. Дверь открыта. Немного сниму перегруз, покушав. Так, это на выход. Здесь я был уже. Да, эту дверь только что открыл. Вниз. Что у нас здесь? Тоже есть спуск вниз. Пока смотрюсь бегло. Там видно будет. Мы встречали этот зеленый артефакт уже. Он, по-моему, для трансмутации, ну, для изменения. Его, скорее всего, надо кидать какую-то аномалию, чтобы он превратился в более полезный. Сейчас на нем нет полезных свойств. Да, и нужно что-то выкидывать. Потому что у меня перегруз. А хороших вещей довольно-таки много, и оставлять ничего не хочется. Спуск вниз, так, по лестнице вверх. По лестнице вверх мы вышли на то место, откуда начинаем, да? Что это, бюрер? Не, все-таки лаборатория — это жуткое место. Крысы. Ненавижу крыс. Так же, как и снорков. Так же, как и кровососов. И прочую нечисть. Пока изучаем. Так, что это? Это уже интересно. Смотрите, вспышка какая-то. Очередной отрывок из прошлого. Человеческий геном с крысой. Are you ready, Vladimir? Готов, Владимир. I got the hazmat suit on. I should be fine. Then step right in this bottle. Все будет хорошо. Да-да. Сами себя успокаивайте. Ты туда не собираешься лезть? Отлично. No. Oh my God. What did you eggheads do? Что-то пошло не так. Даже очень не так. Так. Это что? Исчезло. Так, еще одна сценка, еще одно воспоминание из прошлого. You heard about the containment accident? Yes, terrible. It's good security got the best of those bloodsuckers. Can say the same about the two poor bastards. There were rumors, one of them was actually a crazy Dharma project manager. Какой-то сумасшедший проект. Well, accidents happen. We need to make sure we are not next in line. Shh, he's coming. He's coming.
coming. Говорит, тихо он идет. Да, вот главный ученый, они его как-то боятся, опасаются. Так, появляется. Там кто-то есть. И парочка. Нет, один. Снорков. Хорошо, надо отсюда как-то двигать, потому что летающие ящики — это нехорошо. Так, смотрите, зомби появился. Так, я думаю, стоит... Это кто? Ёп. Это кто такой? Что за маленький человечек? Это греховец, не подросший. Но пока он, смотрите, не агрессивно к нам настроен. Я, конечно, должен попробовать зайти туда обязательно. Ну понятно, что и стоило ожидать. Ладно, продолжаем. Пойду посмотрю на этого человечка. Смотрите. Жуткий ты, а, мужик. Да, он агрессивный, если к нему подходить близко. В любом случае, я его не буду убивать пока. В аномалию суваться не стоило. Это мы поняли. Так, здесь что у нас? Подъем наверх. Здесь что? Да, тоже есть подъем. Ему стоит посмотреть, что там. Здесь дверь закрыта, поэтому явно спуск сюда. Еще одна дверь. Так, какие-то внутренние технические помещения. Бочки не понять чем, из которых льется кислота, которая разъедает плоть до костей. Еще одна сценка из прошлого. You are a feisty one, aren't you? It's amazing what a few manipulations can do. Так, понятно. Снорки. Крыса исчезла. Так, смотрите, документы и ПДА, КПК. Командная, так, official, top secret, бастард, что-то, понятно. Компьютер заблокирован. У нас есть флешка, да, которую нам дал греховец. Да, задание на компьютер. Со старого компьютера взять информацию, найти информацию на старом компьютере. Может, стоит попробовать эту флешку? Взять информацию, принести его Велесу. Хорошо. Думаю, надо пробовать. Так, да, какой здесь может быть пароль? Мы же его не знаем. Модуль. Использовал я, и что дальше? Пароль также неизвестен. Посмотрим, что там. X18 документы. Два мы нашли. X18 коды. Так, это код от чего? Админ PDA Date Note. Попробуем. 9231. Да, смотрите, сработало. Что здесь у нас есть?
Нью-Гейм, нет, это нам не подходит. Так, это о мутантах. Да, какое-то задание засчитали, смотрите. Собрать информацию со старого компьютера и перенести в Велесу осталось. Только осталось доставить информацию, найти документы для Петренко. Все-таки это мы загрузили в ПДА. Это изображение. Изображение. Тоже галерея. Это засекречено. Смысла нету, думаю, набирать. Секретики. 92.31. Хорошо. Пробовать. Нет, не подходит. Все не так просто. Это какие-то системные файлы, как я понимаю, да? Да, все, здесь ничего, скорее всего, не будет уже. Этот компьютер исчерпал себя. Ну, как бы то ни было, у нас есть... Мы выполнили задание найти информацию в компьютере. Это уже хорошо. И осталось найти только документы. Так, пропустила дверь. Возвращаемся тем же путем. Потому что другого выхода здесь я не вижу. Так, это я вышел к началу. Помню, что здесь есть компьютер. Я думаю, здесь стоит попробовать код 9231. Да? Нет. Ничего не происходит. Значит, просто ищем документы. Здесь я смотрел. Да, надо спускаться в эту дыру, смотреть, что там. Так, тихо, кто здесь? Да, очередная сценка. Смотрите, здесь какие-то тоже эксперименты проводятся. Okay, I guess everything is ready. Все хорошо, здесь все готовы. Вы сами, я надеюсь, туда не полезете в эти капсулы. Греховцы, вы что? Вы хоть и политзаключенные, но... Да, лезьте, это самоубийство. All functional and designated parameters. Leak test completed in 15 seconds. I think we are ready to continue. Сейчас уже изменить ничего не получится, это же воспоминания. Memphis to Eagle 12, authorization 1-11-23-12, starting series of experiments with test subjects 17 and 19. May we proceed? Authorization confirmed. You can proceed as planned. Сами полезли, а? Ну что вы за люди, а? Зачем вы это делаете? Proceeding with injection. Ivanov, please check the condition of the test subjects. Seems to be the same result. Здесь должна быть колба, да, насколько я понимаю? Пузыри воздуха полетели. Но колба здесь не нарисована. Wait, what is... Хорошо, пусть будет так. They're changing. The mutation, it's too fast. Cut the injection and administer the poison now.
It's too late. Слишком поздно, бегите. Ну, естественно, чего вы ожидали? Oh my god, what is that? What? But it can't be true. Это не может быть правдой. That was impossible. No. No, get away from me. Отстань от меня. Сейчас кровососов все весь переезд. Это не может быть правдой. Кровосос всех съел. Но те-то исчезли, да, это как бы воспоминание прошлого, а кровосос остался, и его пришлось добивать нам. Хорошо, пусть будет так. Нам не сложно. Очередной компьютер. Где там наши коды? Что-то я их подзабыл. Так, в документах нету никаких кодов, насколько известно. 92-31, я думаю, здесь не прокатит. Нет. Вот здесь мы нашли еще один файл с документами. Отлично, мы приближаемся к цели, но задание пока не засчитано. Да, это выполнено с старым компьютером. Походу мы нашли не все части документов в лаборатории. Это Греховец, Велес. Да, надо продолжать искать документы. Что еще остается? Топ-секрет. У меня эти документы, почему они не исчезают? Может здесь что-то, да, попробовать брать топ-секрет. Слушайте, есть доступ. Да, есть доступ, смотрите. У нас есть еще один компьютер. Так, это сообщение о аномалиях. Скачать в ПДА. Обязательно это нужно. Все есть. Так, это сообщение о транс... В каких-то переводах. Счет какой-то. Банк Америки. Сообщение для всех. Скачаем в ПДА. Кто английским хорошо владеет, прочитает. Так, это галерея. Топ секрет. Получится здесь нет. Нет, конечно. Это было бы слишком просто. Хорошо. Что здесь есть? Сновидение доктора. В корзине. В корзине пусто. Это игра. Так, ну вроде все. Топ секрет сработал. Мы скачали какие-то интересные вещи. На перевод. Счет в американском банке, сведения о аномалиях. Но у нас осталось еще задание найти документы здесь и принести их в Петренко. Интересно, какое их количество. Я что-то не посмотрел, недопонял. Да, у нас есть компьютер на входе. Возможно, стоит еще его посмотреть. Не вовремя. Тем более пароль мы знаем. Это топ секрет. А вот еще одни документы. Смотрите, я их пропустил. Они были в самом начале. Нет, не засчиталось. Еще нужна папка с документами. Да-да, это метка на Петренко. Но документы нужно искать. А, вижу, да, третья папка осталась. Третий файл нужен. 1, 2, 3, 4 должно быть. Третьей папки у меня нет. А этот компьютер вообще открытый, смотрите. Мы там ввели код. Это сообщение для всех мы скачали. Это тоже скачали. Вот какой-то... Репорт, сообщение. Скачаем в любом случае. Эти картинки мы видели.
Хорошо, это остались здесь только системные файлы, игра и сновидение доктора. Как бы то ни было, надо искать третью папку. Так, где еще место, где мы не были? Здесь мы были. Тут, по-моему, я дошел не до конца. Или чего-то не заметил. Да, смотрите, лестница вниз. БТР. Эх, лихо я влетел. Спуск вниз есть. Хорошо, наверное, нам туда. Вот здесь мы точно не были. Так, здесь закрыто. Нет, дробовик не помогает. Вот здесь открыто. Да, вот и документы. Какой-то пульт. Все. Отнести документы Петренко. Отлично, все задания здесь мы выполнили. Нашли информацию с компьютера. Собрали все документы, которые нужно отнести Петренко. Замечательно. Теперь... Так, что там? Там какой-то скелет. Я не хочу туда идти. Надо бежать с этой лаборатории. Вернулся я к греховцам. Вот только в пещере мне пришлось побродить. Нашел бандитские документы? Да, вот они. Отлично, получилось достать информацию из компьютеров. Да, вся информация, которая у меня с собой, которую вы хотели. Да, была важна информация из компьютеров. Хорошая работа, сталкер, я начинаю тебе доверять, так что радуйся. Если для тебя... Есть еще для тебя одна работенка, если захочешь. Пришла новость о секретной лаборатории под заводом Росток. В этой лаборатории содержатся документы, имеющие отношение к нашей проблеме. Найди их для нас, и мы будем перед тобой в долгу. Ах да, снаряга твоя вон в том голубом ящике. Хорошо, будь спокоен, я берусь. И куда нам теперь отправиться? На завод Росток. На завод Росток. Это новая локация. Переход на нее. Спасти сталкеров — это старое задание. Переход на нее находится. Так, это документы для Петренко. Хорошо, все-таки куда лучше пойти? Переход на нее находится, как мы видим, с Неагропрома. Также есть выход на кордон. Соответственно, есть и переход с кордона на Росток. Это в лабораторию X14. Но пока нам туда не нужно. Ладно, посмотрю я, куда отправиться лучше. Отправиться решил я в бар. Все-таки решил я отдать эти документы Петренко. Там какое-нибудь задание может подкинуть. Так, и что здесь? Видим сценку очередную. Stop. Do you have any weapons on you? У тебя есть оружие? Стой. He has a grenade. У него граната. What the hell is he doing? Что он делает? Да, странные вещи творятся в баре. Ни на минуту вас нельзя оставить. Только не говори, что ты и там всех убил. Так. Подберем вал. Отлично. Ты кто? Грех неизвестный. Что вы творите, греховцы? Артефакт для трансмутации, назовем так пока. С неизвестными свойствами. И бронебойные патроны. Отлично. Что у второго? Второго? Малоэффективный артефакт. Но все же. Так, мужик, нормально там себя чувствуешь? Тебя не зацепило?
хорошо, все понятно. Нет у него денег. Грех, ты чего творишь тут, а? Смотрим, что в баре. Так, охранника нету, сразу замечаем. Отошел в туалет. Здесь тоже многим поплохело. Так, этот готов. Ну, держи аптечку, охотник. Так, а где бармен? Это тоже присел. Бармен, а, бармен за стойкой он спрятался. Что-то ты бледноват. Да, самому бы знать. Был тут странный тип какой-то в плаще. Зашел он недавно в бар, и давай тут всех пулями поливать. А потом он пошел в заднюю комнату. И блин, Петренко всю обойму в эту скотину высадил. А его даже не задело. Он нас повалил на пол, забрал Петренко дешифратор и спокойно вышел. Вот так запросто был здесь и вмиг исчез. Ох, старый для всех этих напрягов. Дешифратор? Зачем он его взял? Не знаю, но он явно не хотел, чтобы мы о чем-то узнали. Непонятно, что именно спросил Петренко. Если это монолитовский головорез, то клянусь, ко мне это не имеет никакого отношения. Отдышись и поправляйся. Так, всплывает какой-то дешифратор, интересно. Дешифратор, а нет, лаборатории он или X14. Посмотрим, сейчас я скину все лишнее. Малоэффективный артефакт. И возьму, наверное, вот эту замечательную штучку. Wi-Fi модуль. По деньгам, думаю, не сильно просяду. Может пригодиться. Дешифратор, дешифратор, это интересно. Иди отсюда. Так, надо все-таки оставить лишнее. Все-таки оставлю вал, чтобы не таскать. Есть у меня пока из чего стрелять. С увеличенной оптикой абакан. Так, артефакты, наверное, надо оставить. Прицел, артефакты, патрончиков чуть-чуть скинуть, потому что на расстойку идти перегруженным тоже нехорошо. Да, артефакты мало. Не мало эффективные, которые пока бесполезны. Это артефакты для транспортации, назовем пока так. Ну и все, пожалуй. Дробь есть у тебя? Да, давай сюда дробь. И пойдем посмотрим, что нам расскажет Петренко. Да, есть у меня документы из X18. Интересно, кое-что из этого я уже знаю, но есть и новые подробности. Я уверен, Воронин ими заинтересуется. Есть еще один зашифрованный файл, который я пока не могу открыть тем оборудованием, которое у меня есть. В связи с тем небольшим инцидентом, о котором тебе рассказал бармен. Клянусь, этот парень точь-точь из греха. Эти ублюдки дорого заплатят. Но как бы то ни было, заголовок файла указывает на то, что он как-то связан с начальством из X18. Я постараюсь достать новый дешифратор и расскажу тебе, что накопаю. Попозже, если мне вообще удастся найти новый в этой проклятой дыре. Так что не особо рассчитывай. Хотя это не все. Бармен Сидорович и его помощник Арни раздобыли тайник с информацией о стрелке. Не о нем самом, а о его дружках. Это все, что они смогли найти. Черт, этот товарищ любит анонимности. Но теперь у меня есть хоть какие-то ниточки. Да, видим, что в X18 все-таки какие-то были скрытые файлы. Не знаю, это те файлы, которые мы открыли паролем. Тот топ-секрет. Хорошо, значит, я перешлю информацию о группировке на твой ПДА. Еще тебе полезно будет знать, что я смог раскрутить систему старой шифровки, которая использовалась во всех лабораториях. Последний раз пароли были повсеместно заменены на топ-секрет. Может, сможешь дальше что-нибудь нарыть, если захочешь. Ну, мы это уже сделали, спасибо. Вот такая вырисовывается картина. Дешифратор похитил грех. Мы получили наводку на тайник стрелка.
Так, это не то, это я уже читал. И мы теперь можем смело отправляться на завод Росток. Куда нас просил направиться Грех. Велес из Греха. Так, а где-то ник стрелка все-таки. Ладно, посмотрю я, наверное, потом. И продолжим мы уже на заводе. Это ник стрелка. Так, это не то. Это тоже не то. Хорошо, как бы то ни было, на этом все. Продолжим на заводе Росток. С вами был Александр. Всем спасибо, всем пока.